casa alle 10, io ero lì a dormire sveglia, che sono tutte le sveglie, mi dice no, no, stai a letto, non andare a lavorare. Io cra! C'è bisogno, allora chiamo l'ambulanza, chiamo l'ambulanza adesso. Dove siamo? Non lo so, non c'è. Я его в детстве ел. Ёп! Ай, блядь! Пиздец. Сами или мы им предоставляем. Ой, блядь! Охуеть! Аня, отъедь. Ничего себе, вот так вот. Так что, Вика, давай уже, если ты нас сейчас слышишь, все, тебя смотри. Сереге Краснову хорошего дня. Передайте это от Светки сообщение. Есть такое встретил. Сегодня друга детства, которого не видел. 15 лет. Нифига себе, пишет нам Макаров, Макаров Санек. Ну, ребят, на самом деле, очень интересен мир. Сегодня были такие новости, что 2 года назад лондонский полицейский, ну, назовем его Энди, предположим, остановился при превышении скорости
водителя, и с тех пор он потом эмигрировал в Новую Зеландию, и, в общем-то, там он тоже продолжил работать в полиции. Так вот, через 2 года он останавливает там человека, представляете, это был тот же самый мужчина, который вслед за ним, видимо, тоже переехал в Новую Зеландию. Меня только одно смущает, выяснилось, что у этого человека было всего 2 штрафа за превышение скорости, и оба выписал один и тот же человек по имени Энди. Почему их было всего 2? У меня вот такой вопрос. Но не об этом сейчас, а о том, что мы, друзья мои, продолжаем общение. У нас здесь рубрика «Я люблю», и все твои признания с огромным удовольствием зачитаю в прямом эфире. Но для этого всего просто нужно сделать, отправить на 7545 или заходить к нам в КАН. Так, заряжай. Куда, блядь, летел? Ты можешь вернуться? Connecting to the emergency call center. Ты поймаешь, нет, не сегодня. Опа, нихуя, блядь, охуеть, пиздец. Блять, ёбаный в рот, блять, ну ты чё, сука, дебил, что ли, ёбаный, блять, я охуеваю.